Добрый вечер. Нахожусь возле торгового центра Мариенталь и маркет Сильвер. Хочу показать, как у нас работает услуга самообслуживания в магазине. Сначала подходим к такому терминалу и проводим карточкой. И здесь регистрируешься и получаю свой сканер. Теперь подходим вот к таким продуктам, которые хотим купить. Наводим сканер. И он пробивает нам вот евро 99, я печенье вот такие вот беру. И что? Беру эти печенья. Одной рукой просто неудобно. И скидываю их в корзинку. Нет, эти брать не будем. И пойдем дальше. Кстати, хочу обратить внимание на цены. Они у нас на сыр упали. Не знаю, по сколько раз. Вот желтые это все скидки. Почти на весь сыр у нас скидочные цены. Итак, продолжим. Хочу купить еще яйца. Поворачиваем штрих-кодом. Наводим. Евро 29, евро 29. Идем дальше. И теперь кетчуп. Точно так же. Но просто одной рукой неудобно. Поворачиваем штрих-кодом. Наводим. Евро 69. Евро 69. Это он. Теперь, чтобы перед тем, как пойдете в кассе, не было проблем, мы нажимаем кнопочку «равно». И что мы видим? Что здесь у нас три продукта и полностью цена 4,67. Интересуют три продукта. Заглядываю сюда. Раз, два, три. Все, у меня проблем нету, иду платить. Сейчас покажу как. Итак, подходим к такому терминалу. Кладем сюда сканер. Сейчас. Что-то я все карточки потерял. Нашел. Значит, провожу сверху карточкой. Составляется чек. И только то, что вы мне предлагает заплатить карточкой. Я нажимаю. И все. Рядом у нас терминал. Я сейчас оплачу. Итак, пин одобрен. Покупка совершена. И мне вышел чек. Я спокойно выхожу с магазина. Очереди в магазине, там как минимум 5-6 человек. Я это все сделал без очереди, за 5 минут. Вот так, без проблем, можно и с экономием времени можно у нас отовариться. Не во всех магазинах, но, скажем, в моем рядом находящемся можно. Вечер, луна, все, больше нету у нас. Как его называется, белых ночей, темнеет. В воскресенье завтра переводим стрелки на час назад. Побольше посплю на работу. 95 96 центов стоит, 98 евро. Цены упали. Так, всем, что сказать, добра и всего самого хорошего. Город Таллин.